Короче, что получается? Как я и рассказывал по поводу шипования колес. Купили, короче, новый мы УАЗик Патриот. Нужна зимняя резина. Учитывая наш регион, покупать, короче, колеса на УАЗ самый дешевый вариант в районе 20-ки. Более-менее резина 25, 4 покрышки. Родная резина идет КАМА 219, вот на нашем УАЗике. Самый офигительный вариант и дешевый, и эффективный — это дошиповать колеса. Резина считается всесезонная, мягонькая, в принципе, для КАМА, для отечественной. Высокая пешечка, широкая. Вот так шипики ложатся, такой пистолетик заряжаются. Это новый шип, вот так он выглядит. Есть еще вот шипы стаканчиками, они чуть подороже, есть шипы ремонтные, но это уже потом, они все выходят. Короче, вариантов куча. Самый выгодный — зашиповать эти колеса, определить их на постоянно на зиму, а на лето взять нормальное литье с хорошей уже резиной. Так, шипики заходят. Короче, процесс такой. Процесс такой. Берется сверлышко, специальное, специально обученное сверлышко. Вот такое вот. Сверлится дырочка. Рисунок выбирает каждый сам для себя, какой он хочет. Мы делаем пешечку одну сюда, одну сюда, чтобы больше зацепа было с поверхности дороги. Все. Потом магазинчик заряжается 10 шипов. Такой пистолет в нем для дошиповки колес. Он у нас с двумя головами. Вот эта голова у него одна под новый шип. Есть еще одна голова под ремонтный шип. Вот под такой большой, с большой юбочкой. Очень актуально, кстати, в наше время. Учитывая, что резина дорого стоит. Заряжаются туда 10 штучек. Вот таком макаром, если делать через один где-то как-то, да, получается на 16 колесе 225, 75, 16 размер родной Патриота базового. Получается 150 шипов в одном колесе. Сейчас посмотрим, может, если что, еще где-то добавим. После дошифовки балансируем колесо. Алибабай 40 разбойников. Блин, почти как новая, блядь. Почти как новая. Зацеп будет, да? Боковой. Будет держак или стояк будет? Боковой зацеп от грузиков будет. О, колесо плавает, ёпта. Новые диски, блядь. 20 километров пробега, блядь, по асфальту. Вот так вот. Получилось у нас шипочка.